Знаменитую актрису Марину Неёлову экстренно положили в больницу. Артистка в тяжелом состоянии. Проблемы возникли еще в июне. Актриса жаловалась на боли в животе. После обследования в клинике у Неёловой выявили заболевание желудка. А после дополнительного обследования, которое показало, что в кишечнике новообразование, сейчас актриса находится под наблюдением медиков. Друзья, не забудьте подписаться на канал, берегите себя и своих близких. Всем удачи, всем пока!